На праздник обычно дарят цветы, но когда праздник у цветов жизни, подарки совсем другие. В субботу на площади Ленина прошел грандиозный фестиваль для маленьких вановцев и их родителей, посвященный Дню защиты детей. Здесь у нас будет концерт, на котором будут выступать финалисты конкурса «Мы есть у тебя, Иваново». Это их, наш подарок для них — выступить с большой сцены. Профессиональные коллективы будут выступать, профессиональные музыканты. Вечером будет музыкальный танцевальный баттл ID-студия, который представляет iTown. Здесь все лучшее детям. Кроме творческих выступлений, для ребят приготовили много других сюрпризов. Фейс-арт – любимое развлечение всех, без исключения малышей. И огромная надувная горка. Дарить детям радость совсем не сложно, ведь даже простой воздушный шарик приводит малышей в восторг. А чего уж говорить о необычных зверушках из них. Это фигурка таксы, но эта такса так внимательно слушала, что у нее длиннее шея получилась, чем обычно у таксы. Это бывает, потому что она очень внимательно слушала всех ребят и очень хотела дать интервью. Ну-ка, давайте все полаем дружно. Вот, молодец. Кто громче всех полает? А что о празднике думают сами дети? Мы решили дать слово виновникам торжества. День защиты детей, я думаю, это как бы, чтобы детям было весело, их не обижали, защищали их. Мы маленькие, не можем дать взрослым отпор, нас надо защищать. Привет, бабушка, ты моя любимая. Привет! Дети – это наше будущее, и главный подарок, который взрослые могут сделать им – это, конечно же, счастливое детство. Тогда и защищать никого не придется. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.